Привет, друзья! Сегодня у меня распаковка из магазина Жуков. Посмотрим, что я в этот раз приобрела. Морская тема. Вот такой рак. Красивый. С петелькой. Маленький-маленький. 23 миллиметра на 12. И брала я его для браслетика. Написано, что это цирконий и в оранжевом цвете. Даже глазки есть. Очень красивый. Вот так сзади выполнен. Морская тема пополняется. И еще одна морская тема. Так, сейчас откроем. Вот такой крабик в серебряном цвете. В золоте я уже брала и хотела что-то делать серебром. Мне понадобился в серебряном цвете. Усыпан тоже циркониями. Размер 23 на 29 миллиметров. Вот так сзади выполнено, аккуратно все. Так что морская тема пополняется. Так, вот такая подвесочка. Как же ее показать? В таком цвете фуксия, наверное. Стразики. И здесь, видите, элемент вот такой вот с подвеской. И они скреплены между собой. Здесь их 5 таких элементиков. И вот так они продаются. Эта подвесочка. Здесь петелька в одном положении, здесь в другом. Так, сейчас я положу, наверное, вот так. И можно прикрепить цепочку тоненькую. Так, не получается. Посмотрим тогда так. На цепочку крепить по бокам, присоединить. И будет маленькая такая красивая подвесочка. Не удается никак ее выложить. Вот так примерно. Она выглядит. И была, по-моему, только в серебре. 37 миллиметров. Интересная, да? Аккуратненько на цепочку приделать, и будет колье. Вот такая штучка. Интересная. Так, дальше идет замочек. Очень красивый замочек. Я такой давно хотела, я наблюдала, когда будет скидка на него, потому что это не дешевая вещь. Очень красивый. Я взяла в черном цвете, чтобы сделать с черным жемчугом. Здесь идет перекладинка такая крестообразная, за которую можно прикрепить бусины. И я думала, что сделать многорядное украшение. Ну, 3 или 4 ряда сделать маленьких бусин жемчуга, присоединить.
будет красивая застежка впереди, ее поставить, она, посмотрите, вся усыпана фианитами, как написано у продавца, это фианиты. Так, как она у нас открывается? Здесь вот такая застежка, вот видите, легко, да, и открыли. Сзади фианитов нету, вот так выполнено красиво все. И закрыли. Очень красивая. 17 на 40 миллиметров. Ну, были и в золоте, и в серебре такие застежки. Очень красивая. Она и выглядит своих наноденек. Переливается это все. Понравилась, красивая. Так, дальше идут бусинки. Интересные бусинки такие, но они крупные. 12 миллиметров бусины. И 5 штучек в комплекте. Они внутри пустые, не тяжелые. И было 4 цвета таких. И в золоте были, и в розовом золоте, и черные. Очень красивые. Написано, что это из латуни выполнено. Я не знаю, как отверстие. Я не сказала, что оно острое. Если одевать на тросик ювелирный, чтобы не порезать. Правильно? Тросик. Не знаю. Не пробовала, буду пробовать. Но и не думаю, что так. Здесь острые края, чтобы не порезало ничего. Если кто-то пользовался такими бусинами, напишите. Очень красивые. Я думаю, будут в украшениях смотреться такие бусины здорово. Понравились мне бусинки. Надо еще в черном цвете такие обязательно взять. Так, дальше идет подвеска, наверное, коннектор, скорее всего. Переходник. Очень красиво, мне понравились. Цвет под бирюзу я выбрала, но там было несколько разных вариантов цветов. 23 на 36 миллиметров. Здесь вот, посмотрите, можно провести тросик в отверстие. Если вот сделать многорядно, я уже думаю, несколько рядов. Здесь можно подсоединить 2 или 3 ряда по бокам. А здесь я планирую подвесочку сделать, подобрать бусинки такого цвета. Здесь можно или кисточку сделать, или какой-нибудь камень подходящий прикрепить. Можно съемный сделать на карабинчике, прикрепить сюда. Очень красивый. И варианты цветов можно выбрать камней. И здесь есть цирконий. Усыпано все. Красивая подвесочка. Так сзади она выглядит. И здесь все стразики в цапах. Видите? Не выпадут точно. Понравился коннектор. Так, дальше идет вот такой коннектор.
Я покупала такую застежку уже, и когда я увидела коннектор, думаю, надо взять и коннектор, а застежку сейчас я покажу вам такую застежку. Вот коннектор, а вот застежка. Посмотрите, как хорошо подходит. Поэтому я выбрала такой же камень. Похоже, мне кажется, что на кошачий глаз этот камень. Написано, что это кристалл, не знаю, насколько это, но это чувствуется, что это камень какой-то или стекло. И здесь есть стразики. Не во всех отверстиях, но в некоторых через одну, через две есть стразики. Вот так сзади выполнено. И здесь, я думаю, вот в любую дырочку можно провести тросик. Я думаю, даже вот так можно провести. Несколько рядов сделать на тросик, где-то сбоку поставить и застежку сбоку поставить, и внизу будет многорядное украшение. Можно так поставить, здесь провести, наверное, тросик, здесь подвесочку сделать красивый такой большой, 30 на 46 миллиметров размер. И можно выбрать вот такой кристалл другого цвета. 12 цветов было разнообразие. Очень красивый коннектор. Так, дальше идет у нас бусинка. Взяла одну бусинку посмотреть на нее. Ну, теперь надо еще брать такие бусинки. Черная бусинка. Посмотрите, синие стразики. Переливается красиво. И было несколько таких вариантов цветов. И зеленый был, и красный. 12 на 16 миллиметров. Очень красивая бусина, двухсторонняя. Ну, теперь надо такую же вторую купить, чтобы поставить на украшение. И, конечно, мне нужен зеленый такой цвет. Это они не дешевые такие бусины, но они смотрятся красиво. И поэтому купила одну посмотреть, ну теперь надо вторую такую же. Очень красивая бусина. Так, дальше идут вот такие бусины, только уже плоские. Не круглые, а плоские. Похожи на вот эти бусины. Но они так блестят красиво. В комплекте две бусинки идут. 15 на 16 миллиметров. И здесь вот такое отверстие. Но здесь уже поострее немножко отверстие, чем здесь. Здесь более такое а здесь, видите, отверстие какое. Не знаю, как они тоже тросик, чтобы не перерезали. Более острое здесь отверстие. Ну, можно и поставить и на мемори проволоку. Ой, красивые такие бусины. И в серебре взяла
были, по-моему, и еще другие цвета. Да, и в черном были, и в розовом золоте. Но блестят они очень здорово. Интересно, как они будут себя вести. Не потемнеют ли? Надо пробовать в украшениях и поносить потом, чтобы в дальнейшем можно было купить такие еще, потому что они мне очень понравились. Выглядят здорово. Ну и последнее. Это подвесочки рыбки. Ой, какие они красивые. Покрыты эмалью. Рыбка, посмотрите, какая рыбка. Белая эмаль, здесь глазик идет, стразинка. В хвостике тоже стразы. 34 на 10 миллиметров. Сзади вот так сделано, аккуратненько все, гладенько. И я для сережек взяла. А может быть и в украшения куда-то пущу. Посмотрим. Все равно куда-нибудь применю их. Красивые белые рыбки. Вот такая была сегодня у меня распаковочка интересная. Если вам понравилось, напишите мне комментарий, что вам понравилось. Ставьте мне пальчики, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.